Привет всем! Это распаковка посылки сайта Мыло Опт. Заказала я такой эмульгатор Оливиум, всегда его беру. Отличный. Я еще добавляю к нему немного эмульгатора Эрковакс. Первый раз заказала Монтанов эмульгатор, буду пробовать. Такие порошки серы водорастворимые, таурина. Они оба растворяются в воде, я их добавляю в косметику против акне. Основа для кондиционера Эркоклад. Я ее всегда беру, отличная. Твин 80, это также отличное средство, это полисорбат. Масло виноградной косточки 100 мл. Цикламетикон. Это натуральный кремниевый силикон. Гидролизат протеинов риса. Водорастворимый комплекс витаминов А, Е, Ф. Вот такая бутылочка с пипеткой внутри стеклянной. Бутылочка сама пластиковая. 50 мл эфирное масло ванили. Запах мне понравился. Хороший. Буду пробовать в косметике. Эфирное масло пихты взяла первый раз. Оно бюджетное. Запах понравился мне. Характерный. Также эфирное масло алоэ. Вера. Понравился запах. Тоже характерный запах. Всегда беру эфирное масло розы Дамаск. Оно просто замечательное. Сильный аромат дает для косметики, стойкий, шлейфовый. Эфирное масло камфорное. Запах такой резкий, мне не понравился. Брала белой камфоры масло. Понравилась белая камфора. И такой красивый вот флакон стеклянный. Буду пробовать делать духи на основе масел. Также заказала 20 штучек таких баночек для пробников 10 мл. Это вся моя посылка. Доставка для меня была бесплатной, так как заказ составил 350 гривен. Спасибо работникам сайта Мылооп за их работу. Спасибо зрителям за просмотр. И всем хороших покупок.